Цель рейда – в снижении числа ДТП с участием внедорожников, работающих по экстремальным туристическим маршрутам. Только в этом месяце сотрудниками ГАИ проверено около 200 транспортных средств, использующихся для перевозки пассажиров. 33 неисправных машины помещены на стоянку. За технические неисправности в автомобиле оштрафовано 16 водителей, за переоборудование – 14. 15 человек привлечены к административной ответственности за незаконное предпринимательство. На 14 автомобилей собраны материалы для прекращения государственной регистрации. По статье 238 УК Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за предоставление услуг, не обеспечивающим безопасность при предоставлении таких услуг. В этом году уже собрано 4 таких материала для дальнейшего передачи их в следственное управление для принятия решения. В прошлом году у нас было осуждено 2 гражданина за данные нарушения. Часто водители не обладают навыками вождения в горах и поймах рек, что требует особой квалификации, а маршруты и их безопасность слабо контролируются руководством фирмы. Туристам же, нанимая автомобиль, не следует стесняться. Требуйте у представителя турфирмы, чтобы джип был оборудован ремнями безопасности и детскими удерживающими устройствами. Проверяйте разрешение на перевозку пассажиров.